мы продолжаем прослушивание в городе Актюбе. И рядом со мной очаровательная, красивая женщина. Здравствуйте, вас как зовут? Меня зовут Раиса Васильевна. Раиса Васильевна. Раиса. Хорошо, можно и просто Раиса. Можно просто Раиса. Просто Раиса поет всю жизнь, то есть уже 70 лет. Пою я с детства, но в 20 лет меня вытащили на сцену в железнодорожную технику. У нас, значит, была вокальная группа «Ивушка», потом «Слоганочка», «Современник», академический хор. У меня музыкального образования нет, но божий дар, как говорится, я иду к людям. О-о-о! Браво! Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Доброго здоровья всем. А давайте будем знакомиться. Откуда вы? Как вас зовут? Меня зовут Раиса, город Актюбе. Участвую я уже как бы типа второй раз. Раиса, а что у вас в руках? А это у меня бубен золотой. Золотой? А почему он зеленый? А, зеленый, то есть, извиняюсь. А сколько вам лет? Мы спросили, да? В этом году была круглая дата 70. Потрясающе. Поздравляем. Спасибо. Спасибо. Давайте будем петь. А ты же так, ты держат жигит, ерет келеде, ерет келеде, ерет келеде. Тохтан на солох и солдеген, танескен келеде менезеген. Ай танес, а танес, кем болоди, танес и пармепкем. И вот сейчас самое клевое. Спасибо. Мы благодарны вам в первую очередь за ваше мужество, да. Но хотим сказать вам нет. Спасибо. Нет. Спасибо. Нет, три нет, к сожалению, не дает вам возможность выступать на следующем туре. Спасибо, спасибо. Всего спасибо. Доброго, спасибо вам. Раиса. Я так и знала. Ну, пожалуйста, только не расстраивайтесь. Да, не расстраиваюсь, я об этом прекрасно знала и чувствовала. В Актюбинске я звезда давно, я пою за деньги, вот золотым бубеном. Ничего, еще живы будем, не умрем.